Вітаю всіх прихильників програми «Про поради». Ми знову підготували для вас цікаві поради, які стануть вам у пригоді у повсякденному житті. Після новорічних свят, як кажуть фітнес-тренери, кількість відвідувачів спортзалів збільшується в кілька разів. Українці, які ні в чому собі не відмовляли за святковим столом, намагаються скинути зайву вагу так само швидко, як і набрали її. Однак дієтологи впевнені, навіть ті кілограми, які додалися за лічені тижні, скидати потрібно повільно, інакше вага буде повертатися. Про поради з'ясували, як правильно і швидко скинути зайве і не нашкодити своєму організму. В любом случае, после новогодних праздников всегда есть проблема, как убрать лишние килограммы, наеденные за эти несколько дней. В любом случае, мы должны говорить о том, что необходимо ограничить дневной калораж. Но в любом случае, после 5-6 тысяч калорий в день очень трудно, скажем так, перестать есть. И в любом случае, мы не призываем вас начать голодать. Это самая последняя мера, к которой вы должны прибегать, потому что после периода голодания ваш организм с лихвой все это компенсирует. Ваш дневной килокалораж должен быть в пределах 1200-1300 килокалорий, и то старайтесь, чтобы этот период не продолжался более чем 5-6 дней, чтобы не замедлились обменные процессы и не замедлился ваш метаболизм. Совет номер два, самый главный, наверное, пить воду. Вода – активный участник всех обменных процессов в вашем организме. И, как правило, если воды мало, а много чего-то другого, наш организм склонен к отечности, наоборот, накапливать эту лишнюю воду. Поэтому совет номер два – пьем воду. В идеале это 30 мг на килограмм вашего живого веса. Но в любом случае к этому нужно прийти постепенно. Если ваш вес очень большой, не нужно начинать сразу пить много литрами, а постепенно, скажем так, увеличивать вашу дневную дозу. Совет номер три – в любом случае должен присутствовать какой-то распорядок дня. Приучите себя понемножку кушать через равные промежутки времени, но понемногу. В течение часа после пробуждения должен быть завтрак. Самое проблема. После всех застолий и сладкого очень трудно от него отказаться. Попробуйте хотя бы на несколько дней отказаться от сладкого и заменить их, скажем так, фруктами, но фруктами, которые не сладкие или кисловатые. Грейпфрукт, зеленое киви, яблоко, такого плана. Ваш организм только скажет вам спасибо. Кроме того, если вы активно начали пить воду, ваш организм склонен к отекам, проследите за тем, чтобы в вашем рационе практически отсутствовала соль, чтобы она не провоцировала дополнительную отечность. Обязательно хотя бы на какой-то промежуток времени откажитесь от хлеба и от картошки. Замените это обычными кашами. Достаточное количество клетчатки улучшит моторику вашего желудочно-кишечного тракта, и ваш организм только от этого скажет спасибо. Обязательно в вашем рационе должна присутствовать свежие овощи, зелень. В этом, в принципе, вы можете себе не отказывать. Старайтесь, чтобы хотя бы 3 раза в день свежие овощи и зелень присутствовала на вашем столе. Если вы хотя бы неделю придержитесь этих советов, вы действительно увидите очень серьезные изменения в вашем теле. Чем мы можем заменить сладкое? Наименее проблематичным будет, как ни странно, черный шоколад. Не менее 80%. Но, к сожалению, вы его можете позволить максимум 2 плиточки, 20 грамм в день. Вам не нравится, он кажется чересчур горький или какой-то. Конечно же, вы можете добавлять в тот же чай или просто мед. Но с ним тоже надо быть очень аккуратным, потому что он обладает высоким гликемическим индексом. Он быстро усваивается и быстро вызывает ощущение голода. А когда мы голодны, мы обязательно едим. Поменьше. Конечно же, сухофрукты, но тоже с ними нужно быть поаккуратнее. Но сладкое – это именно то, что чем больше его ешь, тем больше его хочется. Последний прием пищи должен быть не менее, чем за 3 часа до сна. Это единственное условие, которое сейчас работает. Почему? Есть люди, которые относятся, скажем так, к типу сов, засыпают после 12. И если они в 6 часов вечера поужинают, то до 12, скажем так, ограничат себя в потреблении, то ничем хорошим это не закончится. Сильное чувство голода, как следствие переедания. Поэтому нужно приучить себя к мысли или осознать это, что вы кушаете, когда вы двигаетесь. Если вы не двигаетесь, снижать потребление калорий. Поэтому, если вы ложитесь 10 часов вечера, конечно, будет логичным, если вы в 7 часов вечера после работы пришли поужинали и благополучно легли спать. Но если вы же сова, и вы работаете до 12, до часу ночи, то ничего страшного, если вы и в 9, и 10 часов вечера поужинаете. Не нужно привязываться к этому принципу. Не забывайте о том, если вы хотите сбросить пару-тройки лишних килограммов, вам не обойтись без физических нагрузок.
в процессе похудения 70% решает питание и 30% обязательно активность и физические нагрузки. Идеально, если в вашей жизни будут присутствовать хотя бы 3 силовых тренировок в неделю. Этого будет достаточно для того, чтобы быстро и уверенно привести себя в хорошую форму. Під час сезону хвороб дуже важливо підтримувати імунну систему. Саме вона допомагає протистояти різним вірусам. Можна це робити за допомогою лікарських вітамінних комплексів, але також використовуються народні засоби. Суміш для зміцнення імунітету із сухофруктів стане відмінним помічником для всієї родини. А як саме її приготувати і що при цьому використовувати – в нашій наступній пораді. В любое время нужно заботиться о своем иммунитете, а зимой особенно, ведь в это время нет такого большого обилия фруктов и овощей. Но эту ситуацию можно исправить. Есть много вариантов смесей для иммунитета, для укрепления иммунитета. И сегодня я покажу вам, как делать смесь для иммунитета из сухофруктов, меда, лимона и орехов. Нам потребуется 200 грамм кураги, 200 грамм чернослива, 200 грамм изюма, 200 грамм орехов, несколько столовых ложек меда и один лимон. Делается все это предельно просто. Мы берем каждый из ингредиентов и измельчаем его в блендере, в чоппере или, ну, как вам больше нравится. Желательно замочить сухофрукты, ну, где-то на полчасика теплой водой или кипяточком, тогда они будут проще измельчаться. Дальше мы точно таким же образом измельчаем изюм. Когда мы измельчили нужный нам ингредиент, мы высыпаем его в одну глубокую тарелочку. Затем мы точно так же измельчаем курагу. А курага у нас это источник калия. Теперь берем чернослив, который поможет наладить работу кишечника. И тоже его измельчаем. Мы измельчили чернослив и точно так же добавляем его в нашу глубокую посудину. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что сухофрукты очень широко используются для здорового и спортивного питания. Они насыщают наш организм пектинами и различными полезными минералами. Осталось измельчить орехи. Орехи – это у нас источник полинасыщенных жиров. И лимон добавим сюда и вместе их измельчим. Добавляем орехи с лимоном, и затем нам останется всего лишь добавить мед. В завершении нам остается все это хорошенько перемешать. Лучше всего эту смесь хранить в баночке с герметично закрытой крышечкой. Тогда она будет дольше сохранять свои полезные свойства и не испортится. Эта смесь будет помогать вам восстанавливать силы после физических и умственных нагрузок и будет защищать вас от всяких болезней. А употреблять ее лучше минут за 20 до еды перед каждым приемом пищи. Поместить витаминную смесь лучше всего в холодильник. Питайтесь правильно и будьте здоровы! Якщо ви втомилися думати про те, що ж приготувати для своєї сім'ї та ще й після розмаїття страв у святкові дні, ми порадимо і навчимо готувати швидко, вишукано і дуже смачно. Про поради цього разу готує смачну запіканку. Здравствуйте! Сегодня я предложу вам приготовить такое блюдо, как картофельная запеканка с фаршем. Уверяю, что если вы попробуете сделать его на ужин, вы не разочаруетесь. Для этого нам понадобится обжаренный фарш с луком, чесноком и специями. Фарш у нас куриный. Картофельное пюре, в которое мы добавили немного сметаны, специи и крем-сыр. И майонез, чтобы перемазать наши слои. Тоже приступим к приготовлению нашей запеканки. Для этого нам понадобится противень, застеленный пергаментной бумагой, и формочка. Если вы будете делать на ужин, то формочка вам не понадобится. Мы будем делать на весь противень. А мы делаем ресторанную версию на одну порцию. Для этого нам понадобится вот такая форма. Начнем делать нашу запеканку. Берем картошку и делаем первый слой нашей запеканки. Делаем слой не слишком тонкий, но и не слишком толстый, чтобы начинки у нас было равномерно. В нашу картошку мы добавили крем-сыр для того, чтобы она получилась сливочнее, нежнее, чтобы запеклась, взялась внизу корочка. Когда мы наполнили формочку 1/3 картошки, приступаем наполнять нашу запеканку фаршем.
берем наш фарш. Также вложим новый слой в нашу запеканку. Распределяем все равномерно. У нас должно получиться 3 слоя. Первый слой картошки, второй слой фарша и последний слой картошка. После чего мы засыпем все тертым сыром и отправим в духовку. Делаем последний слой из картофеля. Наша запеканка почти готова. Перед запеканием мы посыпаем ее тертым сыром. Посыпаем обильно, чтобы у нас получилась красивая корочка. Отправляем нашу запеканку в духовку на 180 градусов и на время 25 минут. Тоже наша запеканка готова. Чтобы достать из формочки, нужно использовать лопаточку. Не бойтесь, она достается легко. Для украшения я использовал зелень, перепелиное яйцо и черный кунжут. Вот такая красивая презентация у нас получилась. Я предлагаю каждому приготовить это блюдо, вы не пожалеете. Всем приятного аппетита!